nu are bani pentru a achita serviciile grupii program prelungit pentru copii, dar are bani să dea 12 milioane pentru a contracta avocat și a da presa în judecată. Primăria ce prioritizează? Concertele, plecările prin Milano, prin diasporă sau prioritizăm viitorii cetățenii acestui stat? Это не коррупция, и премию принять можно. К такому выводу пришли в Национальном антикоррупционном центре по поводу награды Майи Санду от муниципия Тимишоара. Ей полагается 30 тысяч евро. В ведомстве пояснили, что правовой режим подарков неприменим в случае вручения премий, поскольку термин «премия» не встречается в перечне терминов, ограничивающих понятие «подарок» согласно положениям закона о неподкупности. Однако в ответе для администрации президента НАЦ уточняет, что у него нет полномочий по толкованию нормативных актов. С таким заявлением выступил глава кабинета президента Адриан Балутел. Манипулирование терминами с целью очернить президентский институт – это пропагандистский инструмент, призванный ослабить доверие к институтам и обществу. Премии – это признание заслуг, и их присуждение является общепринятой международной практикой. Такие премии присуждались и премьер-министрам, и президентам страны. На сайте администрации главы государства уточняется, что Майя Санду решит, на какие нужды направить средства уже после их получения. Напомним, премию Тимишоара за европейские ценности лидеру Молдовы вручили 13 января. Во главе притуры сектора Рыжкановка стал бывший муниципальный советник социалистов Виктор Поляков. Сегодня, в день вступления в должность, он провел первое рабочее совещание в новом качестве. В заседании приняли участие вице-преторы, секретарь и руководители отделов притуры, а также бывший глава учреждения Михаил Фуркулице. Приказ о назначении Полякова мэр Ион Чибан подписал накануне. Эту информацию для ньюсмейкера подтвердила его советник Наталья Иксарь. Позднее притура Рыжкановки опубликовала информационную заметку. Претор начал заседание речью о важности совместной работы на благо сектора Рыжкановка. Он подчеркнул важность эффективного взаимодействия всех структур и подразделений для достижения общих целей. Напомним, что в сентябре прошлого года мэр Ион Чибан представил нового претора Рыжкановки Михая Фуркулице. При этом его предшественник Влад Мельник узнал о своей отставке из СМИ. Тогда Мельник заявил, что такое поведение неприемлемо и что признание и оценка должны быть за самоотверженность и труд, а не за партийный билет. Позже Мельник сообщил, что выиграл дело против Чибана, и суд аннулировал решение мэра о его отставке с поста претора. Ньюсмейкер узнал имя руководителя государственного учреждения, который попросил народного адвоката Чеслава Панько внести правки в отчет о случае самоубийства в следственном изоляторе. Это был глава Генерального инспектората полиции Виорел Черноуцану. В отчете говорится, что 13 июля 2023 года в СИЗО инспектората полиции Чимишлия зарегистрировали самоубийство задержанного. Он повесился в ванной при камере. Народный адвокат направил рекомендации руководителям МВД, Генпрокуратуры и Генинспектората полиции. Омбудсмен пришел к выводу, что была допущена служебная халатность, зафиксирована нехватка медперсонала ночью и сотрудники оказались недостаточно подготовлены для оказания экстренной медицинской помощи. Наша редакция обратилась за комментарием к Виорелу Черноуцану. По его словам, он не верит в то, что Чеслав Панько имел в виду письмо, официально отправленное от имени Генинспектората полиции в офис народного адвоката. Этот вопрос был связан с отчетом, но не с его аннулированием, а с исправлением одной допущенной синтагмы. Я не думаю и юридически не хочу верить, что господин Панько сослался на это письмо. Публичный отчет Офиса народного адвоката содержит абсолютно не юридические, то есть в отступлении от норм юридической этики, синтагмы, подозрительное самоубийство или другие неясные аспекты. Это не юридическая терминология правового ведомства.
Черноуцану отметил, что институт полиции, как и любой другой, имеет право оспаривать протоколы и документы государственных учреждений, в том числе это касается выводов народного адвоката. Почти 5000 подписей поставили родители под петицией для мэрии по поводу финансирования продленки в школах. Мамы и папы просят Кишиневскую администрацию продолжить оплату программы. С плакатами в руках члены ассоциации «Солидарные родители» пришли к мэрии и потребовали от градоначальника Иона Чебана отчета о расходовании средств городского бюджета. 12 миллионов леев можно взять из расходов на юридический аутсорсинг, который запланирован в предварительном бюджете на 2024 год. Поэтому у мэрии муниципия Кишинев нет денег на оплату услуг группы продленного дня, но есть 12 миллионов, чтобы нанять адвокатов и подать в суд на прессу. У меня ребенок в первом классе. Мы живем в обществе, где нет возможности, чтобы один из родителей сидел дома. Мы должны работать, чтобы содержать детей. Поэтому сегодня я пришла сюда, чтобы вместе принять верное решение. То, что решили власти, неправильно и несправедливо по отношению к нашим детям. Женщина говорит, что не согласна платить за продленку. У нас не было сборов. Преподаватель до 15 часов сидел бесплатно, без дополнительных оплат. Я не согласна с тем, что сейчас обсуждается, потому что, думаю, эту сумму не передадут учителю. Деньги пойдут на логистику, содержание и все такое. С этим мнением согласна и Евгения Оксане, которая боится оставлять ребенка дома без присмотра со стороны взрослых. Я не согласна с тем, чтобы мой ребенок находился не в безопасности с 12 часов до 18, пока я доберусь домой. Просим снова запустить программу с продленкой. Нам было спокойнее, и ребенок приходил домой со сделанными уроками. Мы только обсуждали домашнюю работу, ведь там преподаватель с опытом. Мы, как родители, не можем знать все аспекты, и дома не можем предложить нужную подготовку. Мы пришли узнать приоритеты мэрии, концерты, поездки в Милан, к диаспоре, или все-таки поставим в приоритет граждан нашего государства. Дети – это приоритет номер один, так что надо вкладываться в них. Так обстоят дела в обществе, которое себя уважает. Если их не услышат, члены ассоциации «Солидарные родители» готовы выйти на протесты. В Кишиневе в начальных классах обучаются почти 39 тысяч детей, а в конце прошлого года группы продленного дня, финансируемые из бюджета мэрии, посещали около 30 тысяч школьников. Организовал схему контрабанды золотых и серебряных украшений на 4 миллиона леев. В этом подозревается 48-летний гражданин Турции, которого вечером в воскресенье задержали в аэропорту Кишинева. Он прибыл рейсом из Стамбула. Новость прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила лишь сегодня. Правоохранители считают, что мужчина возглавлял преступную группировку. Он числился в международном розыске несколько лет. Подозреваемый задержан на 72 часа. Контрабандная схема действовала в 2018-2019 годах. Тогда двоих молдавских подельников задержали и позже осудили на 3 и 4 года тюрьмы, а турок сумел скрыться. Сегодня уже 699-й день войны в Украине. Этим утром российская сторона нанесла удар крылатыми и баллистическими ракетами по территории соседней страны. Больше всего пострадали Киев, Харьков и Павлоград. В украинском МВД сообщили, что одна жительница Киева находится в состоянии клинической смерти, а 21 человек получил ранения. Что касается Харькова, глава областной военной администрации Олег Синегубов уведомил о 5 погибших и 51 пострадавшем. Из-под завала спасены 27 человек. Погиб один житель Павлограда, один пострадавший. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, разрушена часть гражданской инфраструктуры. Спасательные работы во всех трех городах продолжаются.
Украинские СМИ сообщают, что Россия выпустила по Украине 41 ракету. 21 из них силам ПВО удалось сбить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака – это не ответ на обстрелы Донецка украинской армии 21 января. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима. В российском министерстве обороны утверждают, что удар был нанесен исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и что все цели были поражены. Вы не должны сидеть тут, пока они там умирают. С такими криками отчаяния в Кнессет ворвались родственники заложников Хамас. Штурмовать здание парламента они попытались накануне. Около 20 человек прорвались через контроль безопасности и прервали заседание финансовой комиссии. Группа протестующих потребовала от депутатов принять немедленные меры по освобождению родных из плена. Активисты предлагали рассмотреть возможность выкупа заложников и призывали к роспуску правительства, обвиняя его в бездействии. Судя по видео, охрана Кнессета не попыталась им помешать или задержать кого-либо. До этого родственники израильтян, взятых в заложники бойцами Хамас, устроили митинг возле резиденции премьера Беньямина Нетаньяху. Они установили палатки и заявили, что не покинут территорию, пока чиновник не примет новые меры по освобождению родных. В настоящее время Хамас удерживает 132 пленника, включая детей, женщин и пожилых людей. Напомним, что 27 захваченных погибли в плену. В результате нападения террористов на Израиль более 1200 человек были убиты, а 253, в том числе иностранцы, взяты в плен. Около половины удерживаемых в секторе Газа бойцы Хамас освободили во время перемирия в ноябре прошлого года. Конфликт вспыхнул 7 октября 2023-го. Погибли более 4000 человек с обеих сторон. Бессонная ночь для жителей трех стран. На границе Казахстана, Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. По официальным данным МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения располагался на территории Кыргызстана на глубине 65 километров. Однако, согласно геологической службе США, эпицентр находился в китайской провинции Синьцзян на границе с Кыргызстаном. За несколько часов зафиксировано более десятка авторшоков. Люди выбегали на улицы в пижамах, тапочках и с одеялами в руках. Власти Китая сообщили о троих погибших и пятерых пострадавших. Разрушено более 40 домов. В Алматы почти 70 человек обратились за медпомощью. В зданиях десятков многоэтажек появились трещины. В Кыргызстане жертв и разрушений нет. Толчки также ощутили в Узбекистане и Индии. Здравствуйте! Завтра погода за окном существенно не изменится. Синоптики прогнозируют, что днем на севере воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью похолодает до минус 6. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 18 км в час. Жители центра страны смогут насладиться более комфортной температурой. В центральных районах столбики термометров покажут плюс 6 в дневное время, но небо будет пасмурным. Ночью температура снизится до минус 2 градусов Цельсия. Что касается юга страны, в дневное время обещают 7 градусов тепла, в ночное – минус 1. Теперь о столице. Солнце Кишинев не порадует, синоптики обещают хмурое небо. Днем воздух прогреется до плюс 5, ночью похолодает до минус 3. Это все на сегодня. Желаю вам приятной погоды в компании хороших новостей. Чтобы быть в курсе актуальных событий, следите за Ньюсмейкер.